Всем привет! Сегодня готовлю мясо с картофелем в рукаве. Мясо приготовлено по этому рецепту, получается очень мягкое и сочное, а картофель нежный и ароматный. Готовится очень просто, и подготовка продуктов занимает минимум времени. 700 грамм картофеля очистим и нарежем на дольки среднего размера. Небольшую морковь и одну луковицу нарежем полукольцами. В миску кладем картофель, морковь с луком. Добавляем 1/3 чайной ложки соли, добавляем черный перец, приправу к картофелю 1/3 чайной ложки, сушеную зелень и перемешиваем. Отставляем в сторонку. Берем 500 грамм мяса, у меня куриные бедрышки, добавляем половину чайной ложки соли, черный перец, половину чайной ложки приправы для мяса, немного куркумы, 1/3 чайной ложки паприки, сушеную зелень. 2 зубчика чеснока измельчим и добавим к мясу. Равномерно распределим специи по мясу. Оставляем картофель и мясо на минут 10-15 замариноваться. Прошло 15 минут, картофель перекладываем в рукав для запекания. Сверху укладываем кусочки мяса. Поливаем картофель и мясо 3 столовыми ложками растительного масла. Закрепляем края. Перекладываем на противень, делаем проколы, чтобы рукав не лопнул во время приготовления. Ставим в разогретую духовку и готовим при 200 градусах 50-60 минут. Достаем картофель с курицы, разрезаем рукав. По желанию можно поставить еще на 10 минут в духовку, чтобы курица подрумянилась. Раскладываем на порционные тарелочки и зовем всех к столу. Подаем с овощным салатиком. Картофель нежный, мягкий, мясо сочное и очень вкусное. Ваши родные обязательно попросят вас повторить это блюдо еще и не один раз. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки. Пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.